Поехали. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я представляю на выставке Хорики компанию «Рико» и одну из ее продуктовых линий «Частная галерея». На выставке мы представляем печенье имбирное, саксонские имбирные пряники, вафли, шоколадные, карамель. Так, все очень будет. Компания это польская, основана в 2005 году. Вот, оригинальные все рецепты используются с добавлением корицы, имбиря и, как называется, нулевый скажи, как называется? Корицы и гвоздика. Все ингредиенты абсолютно натуральные, можно давать и детям, вот, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам. Вот очень вкусно, мы продаемся во всех сетях крупных городов Санкт-Петербурга, а также в Ленобласти. В Ленобласти можно увидеть вот такую индивидуальную упаковку. Вот, а в крупных сетях мы представлены более крупную упаковку. К сожалению, уже не могу сказать, а мы закончим. Так что покупайте нашу продукцию.